Месяц, в случае блокировки YouTube на территории РФ мы будем выкладывать в нашем телеграм-канале. Ссылку на наш канал вы можете найти в описании нашего видео. Также есть простая инструкция, как туда попасть. Заходите в само приложение Телеграма, вбивайте трансфер ЦСКА и подписывайтесь, все просто. На канале почти 10 тысяч подписчиков. До лета я бы очень хотел набрать то заветное число. Надеюсь на вашу подписку. Приятного просмотра. За пару лет в России и после многочисленных ударов по ногам от защитников Чедера Эджуки не стал меньше идти в обыгрыш. Но если в своем первом сезоне за ЦСКА он старался обыгрывать в любой ситуации и из-за этого часто терял мяч, то сейчас действия нападающего стали более осмысленными. Понятно, что это уже опыт. Но, возможно, наш герой стал наблюдать за действиями футболистов в РПЛ с похожим стилем и перенимать их манеру игры. А если нужен пример, то долго думать не нужно, на ум сразу приходит Клаудиньо из «Зенита». Но кто все-таки более техничный, бразилец или нигериец? Я не думаю, что здесь нужно говорить о том, кто лучше, а кто хуже. Но я, конечно, могу признать, что он очень хороший игрок. Когда видишь классного футболиста, то сразу понимаешь, да, он топ. А я вижу, как он действует на поле. И, конечно, прихожу к выводу, что Клаудиньо отличный игрок. Не проблема, что он похож на меня в плане техники. Ведь если я могу от кого-то подчерпнуть новые знания и потом воплотить их в жизнь, это супер. Но я не хочу себя ни с кем сравнивать. Просто люблю играть в свой собственный футбол и получать от этого удовольствие. Возможно, выбор самого техничного футболиста РПЛ – это все-таки дело вкуса. Но есть ведь еще и статистика, а против нее не попрешь. В конце прошлого года у нападающего ЦСКА были такие цифры. Он 183 раза с начала сезона шел в обходку и в 62% случаев обыгрывал соперника. По этому показателю перед зимней паузой в чемпионате Чедера Эджуки был абсолютно лучшим. Ну, услышав об этом, я, наверное, должен был сейчас растаять или стать счастливее. Но нет. Самое важное, чтобы своими действиями на поле, своими финтами, я мог оказывать положительное влияние на ход матча. Вот что действительно важно.